Радий представити наших ранкових гостей Артем Свистун, директор, художній керівник Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру, та Марина Васильєва, керівник літературно-драматичної частини Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Дякую, що ви з нами. Так, все, скоромовку вже сказав, тепер можемо розпочинати. Отже, відкриття нової літературної студії. Нещодавно дивували глядачів новим літнім сезоном першим, а тепер уже літературна, точніше, театральна студія. Що це за студія і на кого вона буде розрахована? Ну, в першу чергу, мабуть, треба розказати про те, як ми прожили літо це, скажімо так, як ми його попрацювали. Да. Угу. Ну, хотілося б сказати, що вперше в місті Миколаєві був літній театральний сезон, і от вчора у нас був завершаючий етап джазового виступлення Володимира Алексєєва «Джаз Бенд», і от в середу буде закриття театрального сезону з нашої Миколаївської обласної філармонії. Хотілося б немножко, як би, цифр, да, показатель. Более 10 тисяч просмотрела, посетила наш літній театральный мы видели майданчик. Это по Фейсбуку, по фотографиям, да, многих николаевцев. Да, и самое главное, что николаевцы могли летом посетить это мероприятие. Очень отметили, что уникальная возможность в летнем театральном дворике в центре города посмотреть спектакли, концерт и представление, и несколько фестивалей, которые проходило на нашей площадке. Конечно, в сентябре будут локальные мероприятия в летнем театральном дворике. Очень приятно, что День города будет проходить на сцене нашего театра. Но в целом хотелось бы отметить, что публика появилась очень новая, интересная, необычная, и это послужило определенным родом выполнения обязательств программы и привлечения новых потенциальных зрителей. А с помощью театральной студии, которая у нас когда-то существовала в театре, но сейчас это будет новый формат, новое сегодняшнее видение, и очень часто задавали вопрос, а куда же можно пойти отдать своего ребенка и получить навыки актерского театрального искусства. Хотелось бы отметить, что эта студия будет профессионального направления, это будет очень четкий, хороший контроль, отбор именно будущих артистов и возможность поступления в профильные театральные вузы, учебные заведения, где артист получит профильное образование, придет работать на сцену нашего театра. Круто. Ну и еще возвращаясь вот к летнему сезону, многие действительно, даже наши гости, которые там организаторы каких-то мероприятий еще, говорят, наконец-то в Николаеве появилось летом место, где можно отдохнуть, потому что чаще всего Николаев на лето вымирал, все там выезжали, отдыхали, работали где-то в курортных зонах. Николаев же в это время в какой-то депрессии был. Вы так скрасили центр Николаева, был таким центром жизни. Вот если теперь к студии мы возвращаемся, кто будут мастера, которые будут учить? Если это на профессиональном уровне, то, я так понимаю, профессиональный будет состав учительский, назову так. Да, действительно, это работники нашего театра. У нас будет занятия будут проходить 3 раза в неделю. Каждый раз это будут новые предметы, кроме актерского мастерства, которые все 3 раза в неделю. Каждый раз актерское мастерство должно быть. Виктор Смирнов будет руководителем студии, и именно он будет куратором. Актерское мастерство преподает он, режиссура Василий Цимбал, Галина Михайловна Губова, артистка наша, будет преподавать сценическую речь, Алекс Межурецкий будет преподавать сценическую пластику, и я буду преподавать театроведение. Вот такие вот предметы, которые в первую очередь мы будем преподавать, и будут спецкурсы, ну, например, грим. Угу. То есть это очень необходимо молодым артистам, и несколько занятий также будут проводиться, это специалисты, опять-таки, наши работники театра. Вы всегда славились тем, что если разные проекты, то привлечение каких-то еще иностранных тренеров, либо абсолютно иностранных верно. Гостей. Вот буквально у нас сегодня приезжает педагог из Харькова для наших артистов театра. Он будет проводить мастер-классы по сценической пластике. Постановка «Мы не будем приоткрывать тайны» к новому спектаклю. Угу. Это будет такое полномасштабное участие всего состава нашего театра. Но в таких мастер-классах будут принимать тоже студийцы. И самое главное, что у нас очень часто проходят и фестивали, и проекты. И хотелось бы отдать должное, что будут педагоги профильных театральных вузов проводить мастер-классы для театральной студии. Я думаю, что к Новому году наша театральная студия уже наших зрителей города Николаева порадует своим творческим выступлением. Самое главное, что у них будет уникальная возможность выступать сразу на профессиональной сцене. Вот это то, что я как раз хотела сказать. Еще немножко хочется сказать об условиях. Ожидаем мы молодых людей и девушек,
которые хотят быть учениками этой студии. 17 сентября у нас в театре в 10 часов утра. Возраст от 14 до 19 лет. Конечно же, нужно подготовить творческую программу. Это басня, стихотворение, танец, песня, отрывок из прозы и монолог из пьесы. Немалый такой послужной список. Уже сразу готовите к профессиональным кастингам. Больше того, кто будет членами жюри? Конечно же, педагоги, которые будут потом заниматься с этой молодежью. Вот вы говорили, да, что курс и, соответственно, куратор курса. Насколько рассчитан этот курс? На один год или он такой долгосрочный проект? На 3 года рассчитан этот курс. Так вот, как вы сказали, профессиональный подход. Действительно, профессиональный в учебных заведениях, вы знаете, актерскому мастерству обучают 3-3,5 года. Собственно, такой же курс выбрали и мы. Какие-то сертификаты, что-то, или это будет уже такое по ходу, после окончания этого курса уже вы возьмете их за руку, скажем так, и в взрослую жизнь театральную, или будут какие-то сертификаты? Смотрите, в любом театральном вузе есть определенный естественный отбор, и мы делаем небольшой люфт-запас студентов, да, наших школьников, которые будут в этой студии, потому что это будет жесткая студия подготовки именно актерского мастерства для того, чтобы они могли поступать в профильные учебные заведения. У нас очень тесное творческое сотрудничество с нашим муниципальным академическим колледжем в городе Николаеве, который готовит артистов драматического театра. Это первая ступенька, которая может подготавливать последующих профессиональных артистов. У нас есть тонкая связь именно с данным учебным заведением. Наш Николаевский колледж, Одесское театральное художественное училище, Днепропетровский театральный колледж. И высшая ступень – это, естественно, Харьковский Национальный университет и Киевский кино и телевидение, которые дадут полное высшее образование. Очень хотелось бы отметить этот год у нас, знаете, аттестация, аккредитация, подготовка всего состава театра. И у нас в этом году 13 артистов театра поступили в высшее учебное заведение для получения полной базовой образования, для того, чтобы иметь сегодняшние знания, сегодняшние навыки, которые потом воплощать на сценических площадках. Обновление происходит не только вида театра и нововведения, но и все-таки коллектив тоже получает новые и новые ступени в образовании. А по поводу мастер-классов, понятно, но вы сказали, что что-то новое готовится, не будем приоткрывать тайны, но хотя бы наперед, вот на что ожидать зрителям осенью, зимой этого года? Ну, конечно же, это премьеры. В первую очередь хочется сказать об открытии театрального сезона. 1 октября мы открываемся бенефисом народного артиста Украины Астафьевичука Василия Георгиевича. У него юбилей. Прекрасная дата, и хотелось бы, чтобы он вышел на сцену не только в роли, как это обычно, но и просто так к зрителю, мог пообщаться, чтобы мы могли о нем, его коллеге, больше рассказать, и о его юношеских годах, студенческих, и о том, как он начинал, какие роли играл ранее. Очень богатая биография, очень интересная. Одним биография. Словом, фанаты и фанатки у этого человека, имеют, да, мы ожидаем всех, да, прийти поздравить 1 октября Василия Георгиевича и посмотреть один из его лучших спектаклей. Не будем пока открывать секрет, что это за спектакль. Хотя, впрочем, я думаю, те, кто хорошо знают биографию Василия Георгиевича, они сразу уже догадались, что это будет за спектакль. Далее у нас готовится премьера «К покровам». Спектакль «Украдено счастье», режиссер Виталий Манжелий, украинская классика на украинском языке в современном прочтении. Приходите, всех приглашаем и очень ждем. И следующая премьера – это комедия. Комедия «Плаща и шпаги», «Слуга двух господ» или «Труфальдино». Яркое, веселое зрелище с песнями, танцами. Венеция, все как полагается, так и будет. Вот такие премьеры мы ожидаем в самое ближайшее время. Основной театральный сезон. Ну и хотел сказать, что к юбилею области мы сейчас колесим по нашей Николаевской области с концертным спектаклем «Крезминула мое бытия». И еще один проект, который будет готов именно к юбилею нашей области, это премьера спектакля, постановка Евгения Олейника, спектакль «Моисей», который в современном духе, да, Марина Викторовна добавит. Я думаю, что действительно это будет такой прорыв в некоторых творческих проектах, тоже возможность показывать его не только на основной сценической площадке,
кино и на выездных. Но опять-таки это очень важно, работать со зрителем, который не может прийти к нам в театр в то или иное время и посмотреть наши спектакли. Обязательно мы готовим небольшого формата спектакли, вот как спектакль-концерт «Крить мунулым мое бутя», который рассказывает о 80-летии Николаевской области, он посвящен этой дате. Немножечко рассказываем об истории области, немножечко об истории театра, ведь театр – это тоже часть истории нашей области. Я бы даже сказал, немалая часть. Спасибо. И опять таки напоминаем имена, фамилии тех людей, которые родились в нашей области. Мы должны этим гордиться, мы должны об этом помнить, мы должны об этом говорить. И спектакль «Моисей», опять-таки, патриотическое воспитание молодежи, это очень важно, и сегодня особенно 45 минут, это Иван Франко, очень такое сильное произведение, на злобу дня, можем выезжать в любую точку города и области, потому что маленький формат. Ну вот, считаем, что это очень важно, иметь возможность выезжать за пределы своего театра. В новом сезоне будете задействовать только главную сцену, основную, или малая сцена тоже будет работать? В планах, конечно, открытие в следующем году, в 2018-м, малой сцены, и мы уже готовим ряд репертуарных спектаклей, которые будут показаны на этой площадке. Сейчас локальное мероприятие, вот в октябре у нас состоится паллиатив 10 октября, к этой дате, спектакль малой формы «Оскар. Розовая дама». Будут представители из Киева и поддержки людей, больных данной проблемой. И хотелось бы отметить, что будут подобные и социальные проекты, и творческие, и экспериментальные работы. И, как вы уже замечали, это приглашение иностранных специалистов. У нас очень хорошие связи с Литвой. Они будут открывать нашу малую сцену, но это уже в следующем 2018 году. Этого будем ждать. А пока что, друзья, напоминаем о главной теме нашей сегодняшней встречи. Это театральная школа, которая открывается. У вас есть возможность уникальная попасть в ряды очень маленьких, я так понимаю, этой школы, поэтому готовьтесь. Еще раз напоминаем, когда будет отбор. 17 сентября в 10 часов утра мы ждем в театре всех желающих. Спасибо вам большое, что театр возобновляется, более мобильный, ближе к зрителю, поэтому я думаю, что это самое главное для зрителя, который ждет от вас премьер. Спасибо большое, спасибо. Вам творческих успехов.